Маленькая налепка, набытая по карте, принесла Галине Ивановне великую проблему. Вернуть гроши за непотребную речь отмовились. Мавляв, что набыли по безнаявным разлику, обменять нельга. Когда выбывает заведующая, они сказали, что работает с 10 до 17, кроме выходных. Я говорю, а как можно человек, который работает, как можно к нему попасть на прием к заведующей? На что мы сказали, это ваша проблема. И справа не у кошти, а в принципе, каже господиня. Згодна с ее и Татьяна Константиновна. Вернуть подарунок, диванчик набыты сябровкой по карте без господара самой картки, яна не может. И как получается неудобно и неприятно, когда человек, который тебе что-то подарил, приходится просить его, чтобы он забрал со своей карточкой, вернул там назад или и так далее. Вы заплатили деньги, вам дали чек, что вы оплатили данную сумму. Если мне он не понравился, я пришла в магазин, я могу потребовать деньги, и они мне обязаны выдать эту сумму. И карточка к этому отношению никакого не имеет. Специалисты ж банковского сектора уверены, выйти есть. Если клиент при расчете с помощью банковской пластиковой карточки по каким-то своим причинам, либо же по сроку действия, ну, по гарантийному сроку товара вышел из строя, то клиент имеет право вернуть денежное средство обратно на пластиковую карточку. Технологии в настоящий момент позволяют. А если покупал по карточке, а хочет наличкой вернуть? Здесь на усмотрение предприятия торговли и сервиса. Этот случай рассматривается индивидуально. Вось только в выпадку с Галиной Ивановной крама пошла на сустрыш и гроши вернула. Спасибо большое, что вы помогли мне вернуть товар, который мне не очень подходит. Татьяна Константиновна ж протягивая перемовы и сподеется, что рация переможет. Седа Каспарова, Александр Тарасов, Новина регион.